30 ноября 2011 года на шестом этаже дома номер 29 появляется маленький гном, мать маленького гнома. Любит отца маленького гнома, с которым она познакомилась во время его путешествия по миру. Любит молоко с яблоками. Не любит, когда неожиданно открывается дверца шкафчика. Не любит алкоголь, которым злоупотребляет ее сосед-дракон. Отец маленького гнома любит свежий воздух и стюардесс. В молодости он много путешествовал, впрочем, о нем мало что известно. Маленький гном любит выпить чашку чаю с молоком перед сном, любит проводить время своим единственным другом. Иногда ему становится грустно, и тогда он начинает думать о том, что скоро его жизнь изменится.